События, навсегда оставшиеся в истории нашей страны. Их нельзя забыть, важно помнить и рассказывать о них молодому поколению. В Химках провели встречу, приуроченную ко дню памяти вывода войск из Афганистана. Дата знаменует окончание десятилетней войны. Наша страна, тогда Советский Союз, принимала участие в 30 конфликтах, которые были в разное время в разных уголках земного шара. 1,5 миллиона наших советских солдат и офицеров участвовали в этих конфликтах. Сегодня наши солдаты снова на рубеже. Стоят на защите прав и свобод России. Участники СВО – герои, ставшие таковыми при жизни. В их честь в Химках решили установить мемориал как знак поддержки, веры и надежды. Мы с вами своим трудом, своим примером должны поддержать наших ребят, оказывать гуманитарную помощь, что мы и делаем, оказывать посильную помощь семьям, которые здесь находятся. Ну, а самое главное – быть вместе, быть едиными, быть сильными и повышать мощь нашей страны. Большинство горожан поддержали идею установить мемориал на Аллее Победы. Однако окончательное решение принимать рано. В Химках планируют провести еще несколько встреч, чтобы как можно больше людей приняли участие в большом и важном для города деле. Андрей Липанов, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.